Всем привет, друзья! Это Павел Вайс. Сегодня у нас еще один storage unit, а вон там Женя, помогатель мой. Сейчас мы будем разбирать вот этот юнит 3206, юнит 10 на 10. Посмотрим, что в нем будет интересного. А вы, прежде чем смотреть этот storage unit, поставьте лайк, напишите что-нибудь и подпишитесь обязательно на канал. Это очень нам поможет. Поехали смотреть. О, вот такой вот у нас юнит мы купили. Много коробок, много всего. Надеюсь, что-нибудь мы интересно здесь найдем. Знаешь, что? Что это? Это аквариум. Рыбок будем... Солить в нем? Солить. Да. Еще мне вон тот ящик понравился. Посмотрите, он такой интересный, вроде железный, с какими-то этикетками сзади. Интересно посмотреть, что в этом ящике. Ну, поехали, ребята, что мы здесь найдем. Надеюсь, хорошие вещи найдем. Так, здесь у нас есть ножик, какой-то интересный ножик, с такой золотой. Ты все с коробкой мучаешься. Атакует коробка. Корзинка. А, блин. Тапка. Это все только мусор. Двойной расходник. Ага. Это для аквариума, это мы не выкидываем. Да? О, тут даже пакет такой же, как у нас есть, смотри. И это тоже, подожди. Это, скорее всего, тоже для аквариума. Это для огорода. Вот это нет, реально не знаю, что это, Женя знает. Это лесенки для огурцов. Лесенки для огурцов, говорят. Какая-то сумка. Ну, Женя будет, наверное, у нас огурцы солить. Растить, потом солить. Как их много. Да, радуйся. Крышка. Ну-ка, давайте посмотрим, что здесь еще у нас. Очень много всяких шлангов. Вот это я заметил. Давай повыкидываем что-нибудь, что не надо. Меня хлебом не корми, да что-нибудь повыкидывать. Смотри, какая картинка. Пис. Пылесосик. Пылесосик маленький. Так, что это у нас? Это чтобы украшения продавать. Ух ты, смотри, какая классная колонка. Я не знаю, если она дорогая, это, но она выглядит так прикольно. А подключить можно что-нибудь к ним? Да. А что можно подключить? Я думаю, надо сначала ее... Зарядить? Или зарядить, или подключить. Потому что я не вижу, куда батарейки. Но это мы не выкидываем. Nike Air Max. Такие уставшие Nike. Размер 8,5, а европейский 40. Мы его пока в стороночку. А то на меня в прошлом юните накричали, сказали, ты выкинул. Как их называют-то? Изис. Я не знаю, если я Изис. А Женя говорит, они ручки. Плесенью покрыты. Смотри, сколько много ручек, фломастеров. Это зачем это выкидывать? Не надо выкидывать. Всегда в офисе пригодится. Тут очень много тоже всяких карандашей. На, Жень, тебе карандаши, фломастеры. О, какой фонарик. Он еще с этикеткой. Фонарик не рабочий, потому что батарейки сдохли. Но мы его не будем выкидывать. Смотри, какая сумочка на пояс. Penny Pack. Книга. Мэри Хиггинс Кларк. 5 баксов. Да? Пока ничего интересного. Но это одна такая. Смотрите, какое кресло-качалка. Ух ты. Ну, слушай, это прикольно. Давай коробку эту оставим. Рабочее кресло. Хочешь покачаться? Да, хочу. Давай. Не хочу, помыть надо. Да нормально. Мне нравится. Так, здесь еще одна коробочка. Поехали дальше. Специально кидаешь? Нет. Давай. Давай мусор мне сразу. Здесь очень старая одежда. Опять одна туфля. А почему они по одной? А вот я тоже хотела. Тоже Nike. Это, смотри, такая. Вау. Смотри. Угу. Так, еще коробочка. О, здесь сумки. Много сумок. Какая жесть. Майкл Корс. Ну, убитый очень. Опять Fanny Pack. Интересно, если это вообще отстирать можно. Еще один Майкл Корс, Жень. Да, ну Майкл Корс не такой уж сильно дорогой. На, это мусор. Смотри, какая лошадь. Лошадка. И зеркало. Да, это походу у нас с сумками. Если их подчистить, да на eBay выставить. Почистить. А это еще и с этим... Этикеткой. Forever 21. Ребята по фотографиям выглядят черными. Опять Nike. Вот эти Nike Air неплохие. Aeroply. Да, эти могут продастся. А, купили мы этот юнит за $110. Давайте, меня много просят, чтобы я сразу цифры называл. Давайте вот эти все сумки и ботиночки мы оценим. Ну, если все по $10 продать и ботиночки за $20, то я думаю, здесь где-то уже есть $60. Мы $60 уже отбили из 110. Кошелек. $3. Я думаю, зачем за $3 вообще что-то продавать? Дороже будет пересылка. И на это мусорку. Гомонок.
Вот это прикольненько. Тут их полно, этих у нее. Вот она любила сумки. Что, еще там долларов 10, да? Да. 70 вот долларов, ребята. Вот это, еще думаю, 10. Идет. Такие любят. Вот еще 5 долларов. Тут Louis Vuitton, если не знаю, если это Женя. Louis Vuitton. Я не знаю, что это, если это настоящий или нет. Что-то кажется, что опять не настоящий, или нет. Не, он выглядит как настоящий по рисункам. Настоящий. Мы его оставим, перепроверим. Давай сразу скажем, ну долларов сколько? 20? Давай сделаем так, 20, если он не настоящий, потому что и подделки тоже покупают. Или, если это настоящий, то, я думаю, долларов 100 он будет стоить, да? Да. Ну что такой новый, сколько стоит? Долларов 300, 400? Где-то так. Может, меньше. На Invest. О, вот это интересно, что это? Это эти индейская сумка из кожи, сделанная как мокасины. Эй. Что, 10 долларов? Ага, классно. 10 мы баксов. Выставим? Да, 10 баксов, на. Это я даже не знаю, что это такое, Жень. Какая-то не внушает доверия. Так, поехали дальше. Чувствую, день будет долгий. Это настоящий коуч, Жень, или это подделка? Это настоящий. Как ты знаешь? Потому что у меня точно такая же, только белая. Ты мне дарил, помнишь? Ох ты, ее почистить. Ну, сколько, думаешь, она стоит будет? Ну, доллар 30. Ну они же такие 200-300 долларов стоят в магазине. Ставим? Стирку бросишь. Настоящий коуч не должен развалиться. Ну еще 30 долларов давайте сюда добавим. Так, тут у нас коврик. Прикольная штука. Смотрите, камера. Ух ты, ночного видения. Мы как раз енотов ее для вас заснимем. Ну нет, не буду я енотов, но посмотрим пока, не выкидывай. Если она одна, то нафиг она не нужна. Если там целый набор будет, то нормально. Так, здесь у нас ручки. Новые ручки. Что-то я мажу сегодня все время. Так, а здесь у нас вешалки и всякая фигня. То есть здесь у нас мусор. Вот здесь еще стиральные машинки есть и сушилка. Кондиционер, микроволновка. Вот тебе звезду за хорошую работу. Прицепи куда-нибудь тебе ее. Спасибо. Да... О! Вот так и ходи. Ух ты! Ну это, скорее всего, какая-нибудь косметика в основном. А, это краски. Но они уже убитые, Жень, старые. Это ногти. Ничего себе, не убитые. Такой набор, знаешь, сколько стоит? Этот мы оставляем. Это сережки, Жень, какие? Вряд ли золотые, да? Это нет, это просто как бижутерия. Ушки. Ушки. О, какой браслет. Это что, коробочки у нас? Скорее всего, опять какая-нибудь косметика. А, нет, бижутерия. На, вот здесь посмотри, что-нибудь есть. Деньги. Какой-то чарджер. Ух ты, какая цепь. Серьезная такая. Это, скорее всего, все детское, да? Угу, наверное. На, посмотри. Смотри, какая. Ага, прикольно. Да, вот это все бижутерия. Но бижутерия... Кто-то нам сказал, что бижутерию тоже можно продавать. Да, можно. Мы ее как раз собираем. Смотри, какая уже красавица. Ага. О, Мишка. Давайте послушаем. Оставляем. Оставляем definitely. Я люблю такие шкатулочки. Во мне детство просыпается. Здесь все мусор. Тут открытки. Колечко. Еще нашли. Ну, вроде серебро. Так, поехали дальше, ребят. О, а вот этот ящичек. И мы сейчас тут посмотрим, что в нем. Он железный? Нет, он деревянный, но как железный выглядит. Прикольненький, смотри, какой. Ой. Диски, где люди черные поют. Lord of the Rings. Это книга. Книга? Аудиокнига? I think so, yeah. Классно, давай. Да, аудиокнига. Это мы оставим. Ее за долларов 10 можно продать на eBay. Во, HDMI. HDMI я люблю. Это дорогие кабеля. HDMI я оставлю. На, закинь туда. Вот эти кабеля ничего не стоят. Пульт без телевизора тоже ничего не стоит. А может, телевизор найдем. Но, скорее всего, телевизоры, которые лежат в сториджах, они все плохие. Старые. Смотри, какая ракушка мощная. Смотри. Фонтан, хорошо, конечно, не по фэн-шуй фонтан, вода, потому что прерывается по 90 градусов, но так продать можно, если работает. Еще 10 долларов, ребята. Похоже на то, что этот юнит не такой уж хороший, но мы сейчас, как бы сказать, потихонечку и отобьем этот юнит. Это не номера, ребята, не номера. Тумбочка классная, такая крепкая. Тумбочка мне нравится. Поехали дальше, ребята. Смотри, какая вещь. Давайте посмотрим, что вот в этой коробке есть. А вот вторая. Давай смотри. Сразу мусор. Жесть.
Ух ты, какая батарейка. DeWalt. Но она очень старая. Очень старая. Такие сейчас уже не выпускают здесь. Ух, какое это платье детское. Нет, не детское, а как подростка. Да, не, действительно подростка. Это как на выпускной, что ли, да, они такие? Да, лет 17-18. Сколько, думаешь, долларов 30? 30 за платье. Потом на батарею я не могу еще понять, если я хочу выкинуть или нет. О, смотри, какая купка, сумочка неплохая. Бетси Джонсон. Looks like Бетси Джонсон. Точно Бетси Джонсон. Хорошая? 40 баксов. 40 баксов за сумку новая. Так, тут картинки. Картинки ничего эти не стоят, я думаю. Вот это единственное мне нравится картинки. Не знаю, сколько она стоит, просто оставлю, потому что она мне нравится. Вот эти картины уйдут долларов за 25. Каждая? Нет, все вместе. Три. Они три серии идут. А. За 25. Вот, 25. Сколько рыбок у нас, Жень, будет? Не будет у нас рыбок. У тебя была одна, и то сдохла. Поехали дальше, ребят. Это новое, не использованное. Мы посмотрим, сколько стоит. Сейчас сказать не могу. Вообще, что это? Да, но на медицинские вещи на eBay такие могут продаваться неплохо. Ногти. Ногти посмел выкинуть. О, это уже интересно. RCA. Даже она еще с этим. Таблеточка такая уйдет за долларов, я думаю, 20. Так, тут полно у нас для ногтей лака. Я думаю, фигня. Давай. Ух ты! Посмотри, бензопила. Немножко ржавенькая, но подчистить чуть-чуть. Такая, думаю, продастся за долларов 30. Мы ее оставляем. А может и дороже. Ну, пока мы за 30 ее сделаем. Тут у нас кухонные принадлежности. Сразу вижу, что тут ничего интересного нет. Это у нас будет мусор. Ну вот здесь немножко тумбочка. Какие-то шкафы, кондиционеры, вот это тяжелые вещи. Слушай, мне кажется, там холодильник. Опять washer and dryer. Или плита и еще что-то. Это dishwasher. Наверное. Это washer-dryer, вон то плита, а вот это сверху это dishwasher. А вон там что? Вот это вот что такое черное, вот стоит вот это вот прямо. Не знаю, но оно пустое внутри. Это помпа для этого, поэтому мы с этим надо осторожно, его можно продать. Такие застольник продаются. На. Или хитро, или... Да, это хитро. На стену вешается. Это немножко подубитый, я не знаю, это просто мусор, наверное. Угу. Дерево? Дерево? Это дерево? Угу. Хорошая ваза. Режек. Угу. Sharp Select Surgical Stainless Steel. Вот тебе еще одна камера. Ой, ё-моё, какой он тяжелый. Вот я и говорю. А, вот так ты имеешь в виду, понесем? Ну да. Аквариум. Тут целый мешок одежды, Жень. Я его что-то даже перебирать не хочу. Что у нас здесь? Вроде что-то есть. Это машинка швейная, кажется. Почему там провод? Точно. Она вот так открывается. Ой. Супернова Несчи. Google? Знаете, какая антиквариатная швейная машинка. Некоторые из них стоят бешеных денег. NECCHI Supernova. Ну, они от 75 до 400 долларов такая машинка может стоить. Ну, не знаю, если она рабочая. А такие машинки не ломаются. Так, что у нас здесь? Матрас. А дальше у нас очень много вот таких всяких вошер и драйеров. Вон там плита вообще стоит. Да, внизу, посмотри. О, что у нас тут? Так, спокойно здесь, это чтобы не упало. Тут лучше не трогай, надо кресло снять. Мы что-то уже разбили. Два кресла. Ага, да, взял. Патио. Вот, все, отпускай. Она держала его. Лопата. Скалка. Женское оружие. Что у нас там? Какая-то коробка. Я думаю, можно начать вывозить уже. Посмотри, как у нас здесь все забито. За что? Где? А вон третья штука, сними ее он оттуда. А у нас что, уже две было? Да, вон там вещи они стоят, вон там. Прикольные вещи деревянные. Где они стоят? Стоят. Посмотри, Райоби. Батарейка с чарджером. Вот эта тема может стоить, ну, в таком состоянии, я думаю, долларов. На eBay можно продать за 20 плюс шиппинг, ну, за 30, я думаю, все вместе вот это еще может уйти. Точно знаю, хорошая батарея, большая. Здесь что у нас, картины? Афроамериканская история, вторая к первой. Третья. Нет, четвертая же. А, четвертая, у нас уже четыре таких. Они тоже на eBay долларов за десяточку уйдут. Это у нас
Ракушки, мусор. Ой, ребята, что-то мы обросли всякой бытовой техникой, чувствую, с этим юнитом. Что мы не очень хотели, кстати. Ну что делать? Всякое бывает. Вон там еще коробки какие-то, обувь какая-то, мебель какая-то. Так, тут у нас одежда, кепки, полки. Да, тут половина мусора. А там что сзади? Там сзади... Тут у нас много чего сзади. Вон там плита, здесь мойка, сушилка. Там у нас опять плита еще одна и еще какая-то бытовая техника. А, посудомоечная машина. Так, а что тут у нас? Flexible dryer, да. Ну, это ванны, всякие принадлежности людские. Да, там духовка. То есть тут вся бытовая техника чья-то. Тут у нас что-то есть. Я пройду туда. Осторожно там. Не поминайте лихом. Да, здесь темно. Я нашел тут полку, где всякая всячина есть. Сейчас мы ее проверим. Библия. Гейтвей. Какой-то дисплей. Но он супер тяжелый. И он застрял. Фух, я выгребаюсь. Ну что я могу сказать вам, ребята? Что мы имеем? На мелочах мы отбили этот юнит и даже чуть-чуть заработали. Если честно, этот юнит... не очень удачный. Тут есть такие мелочи, туда-сюда можно на eBay напродавать и когда-нибудь через пару месяцев отбить этот юнит. И вроде так и все. Кстати, картинка неплохая, мне нравится, очень красиво сделано. Смотрите, какое качество картины. И написано «Панк». Да, здесь какие-то вазочки, не знаю уже. Вот, так о чем я? Но очень много хлама и бытовая вот эта техника. Всякие эти стиралки, сушилки, что там еще у нас есть? Рампы две. Рампы могут чего-то стоить. Потом бытовая техника тоже может стоить. Можно там за $50 каждую продать где-нибудь оптом кому-нибудь. И, ну, в принципе, все. Тут особо... Я думаю, вот за $110 мы его купили. Я думаю, продать это все со временем можно. Весь хлам это все можно со временем за долларов. Вместе с appliance, как мебелью и вот с этой. Можно, ну, $500 можно из всего этого вытащить. То есть навар будет в районе 300 с копейками после вычета за трак и за все остальное. Я думаю, неплохо для первого юнита в этом году. Мы, главное, деньги не потеряли, то есть не потеряем. Мы эти деньги вернем, потому что это все продается. Просто вопрос в том, что это надо все положить сейчас в трак, куда-то это все отвезти и продавать. Не, мы до конца уже, мы заглянули везде, мы посмотрели, мы выгребаем. Все, в принципе, до конца. Я знаю, что там сзади вот только бытовая техника, полки. И еще какие-то там шкафчики, бытовая техника. До конца мы не выгребаем, потому что когда это начнем сейчас делать, камера может или удариться, или слететь, или еще что-то. Да и зачем вам смотреть то, как мы пыжимся, да? Может быть, это стоит быть дороже, чем я оценил, но я оценил по минимуму. За все про все, что ценное здесь можно продать, я думаю, $500 можно выручить вместе с бытовой техникой, мебелью и мелочами. Спасибо, ребята, большое за просмотр. Ставьте много лайков, пишите комментарии внизу. Женя. Да? Да. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Я покупаю еще один юнит. Если не завтра, то на днях точно. Я присматриваю пару юнитов, и будет много хороших юнитов теперь каждую неделю. Ну вот, ребята, мы закончили с нашим сториджем. А вообще у нас еще одна мысль. Мы эти все вещи, кстати, не забрали с собой. Все вот эти бытовую технику, всю тяжесть мы с собой не брали. Мы закрыли ее обратно в этот сторидж. Мы забрали с собой только те мелочи, которые мы посчитали. Ну, мелкие вещи, которые что-то стоят, их мы с собой забрали. А все остальное, вот эту тяжесть, мы оставили там. У нас есть время до послезавтра, то есть нам 2 дня дали, чтобы вычистить его. И мы все нафотографировали и выставили на локальные веб-сайты по дешевке. То есть, если все заберут за $400, пусть приезжают, сами разгружают его, сами загружают свой трак и сами все там чистят. Такое будет условие, там 350-400, я это отдам. Просто чтобы не делать это самому и мне с Женей тяжести не таскать, мы вот так еще придумали. Так многие делают, так что можно попробовать. А вдруг кто-то придет, все заберет, сам вычистит, сам разгрузит. И еще мы деньги за это получим. Это будет еще легче, да? Вот так мы решили попробовать. А вам, ребята, спасибо большое за просмотры. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, будет очень много интересного. Будут много, кстати, хороших розыгрышев тоже, над ними работаю сейчас. Так что всем пока, peace, до скорых встреч.